Еще одна аудитория Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стала носить имя выдающегося человека. Аудитория номер 224 в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по решению ученого совета Казанского федерального университета было присвоено имя Флорида Акзамова. Напомним, что ранее одной из аудиторий института также было присвоено имя. Сегодняшнего дня будет носить имя человека, который являлся лицом Казанского университета, который около 50 лет назад фактически заложил основы журналистского образования в нашем университете. Флорид Акзамов в 1972 году организовал отделение журналистики в Казанском университете и более 30 лет успешно управлял факультетом. Этого человека называют отцом казанской журналистики, ведь именно при его руководстве факультет стал известным центром исследований по теории и истории региональной, а также национальной журналистики. Кроме этого, сформированная в этих годах Казанская школа журналистики прославилась на всю страну. В условиях, когда университет позиционирует себя в таком глобализующемся научно-образовательном пространстве, когда равняется на ведущие вузы мира, сохранение вот таких традиций – это для нас очень важно. Открытие аудитории проводится в рамках ежегодной международной конференции «Акзамовские чтения», участие в которой принимают практики и теоретики журналистики. В этом году запланировано 70 докладов, а по итогам конференции состоится награждение победителей конкурса на лучшую научную студенческую работу. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.